Хоть и теннисный корт «Олимпия» в нашем городе открылся не так давно, он стал известен и популярен даже за пределами республики. На турнир по теннису приехали посоревноваться ребята в возрасте 9 и 10 лет из таких городов, как Екатеринбург, Уфа, Альметьевск и не только. Всероссийский турнир проходит третий раз. Дети играют 9-10 лет. Приехали у нас Самара, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Альметьевск. Последняя неделя октября будет всероссийский турнир уже до 12 лет. То есть 11-12 лет. Там еще, наверное, больше будет у нас. У нас даже сейчас в этот турнир было много участников, что даже у девочек был лист ожидания. Занятия теннисом развивают реакцию, ловкость, выносливость, силу и координацию движений. По количеству своих приверженцев большой теннис, как вид спорта, уступает лишь футболу. Ведь научиться хорошо играть не поздно в любом возрасте. Я занимаюсь теннисом год. У нас очень веселые тренировки с Ельвоной и Ариной. Я в будущем хотела бы стать великой теннисисткой. Мы приехали из Татарстана, из города Альметьевска. Узнали случайно, что у вас проходит турнир. Организация очень понравилось, дружеская атмосфера у вас очень. Детям всем были вручены подарки. У детей очень большой настрой на игру. В перспективе мы тоже будем приезжать к вам. Анастасия Сафронова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».